Сейчас батальон выведен на вторую линию, так как мы пополняем личность состав добровольцы, поэтому выведены на слаживание. Людей много новых, они с друг другом еще не знакомы. Есть люди добровольцы, которые вообще не умеют обращаться с оружием. С ними сейчас отдельно проводим снятие. А так слаживание подразделений сейчас взводами. Потом, если найдется время, среди рот проведут слаживание. И тогда начнем выполнять боевую задачу. На линии соприкосновения сложная, но пока уверенно, понемногу идем вперед. Сейчас, конечно, начали работать противник по городу, поэтому, я думаю, надо ускоряться с нашим слаживанием и как-то уже давать их, теснить их. Сейчас в большинстве все на луганском направлении, в харьковском, там бои проходят. Под Авдеевкой тоже парни, кто остались там, 9-й полк, 6-й турбат, насколько я знаю. Парни продвигаются, да, по чуть-чуть, не спеша, но продвигаются. Гагарин пошел! Прикрывай, Гагарин! В армию никуда, но все равно в девятке меня взяли, и там мне уже исполнилось 18 лет, и пошел в Сомали потом. В 100-й бригаде был еще и в Сомали. Из-за того, что в малом возрасте застал войну в 13 лет, прятался в подвале с братом, со своим Ренатом Мельником, приятным, кстати. Да, из-за этого потом, когда чуть стал немножко постарше, да, и решил пойти воевать, как бы защищать свой дом. Уже идет. Пошел я 20 лет служить. Ну надо же кому-то ж родину защищать. Ходи, батон, ходи. Противник слева. Слева по одному, перебежками. Наверное, это добавляет нам силы и уверенности в себе. Мы знаем, что то, что было в Мариуполе, может произойти здесь, если мы сейчас дадим слабину. Поэтому слабину мы не дадим. Поэтому я горжусь тем, что я служу в Сомали. Где, говорит, мой старшина? Не надо, чтобы это фунтик делал, надо, чтобы это делал тот, кому-то положено. Да-да-да. Начинаю раздавать... Супчик, бля. Рататуй. Кому ты хотел приветствовать? Всем, кто меня знает. Командиру своему Фоксу, своим боевым товарищам, Лешему, Ярику, Фугасу, потом Давыду, всех, кого знаю, всем большой привет. Ай, блин, из Донецка, городу Новокузнецку, всей Кемеровской области, своей любимой жене Марине в Макеевке, передаю большой привет, очень люблю вас, очень по всем скучаю. Победа будет за нами. Как так?